Продавливание живота. Продавливание живота как предпосылка для успешного очищения органов брюшной полости и печени в том числе. Лежа, чтобы лучше расслабиться, продавливаем каждый участок живота, используя для этого 4 вытянутых пальца руки или кулак. Возьмем, например, область печени. Начинаем осторожно давить рукой на максимальную глубину. Если появляется боль, то держим руку углубленной до тех пор, пока боль не исчезнет. Если боли нет, то вдавливаем пальцы на максимальную глубину. Делаем вибрирующие движения, как отбойным молотком, пытаясь проникнуть глубже. Далее перемещаем руку к 12-перстной кишке, желудку, тонкому кишечнику и повторяем все действия. Таким образом продавливаем весь живот. Одно продавливание с вибрациями занимает около полминуты. На весь живот уйдет примерно 5-7 минут. С помощью продавливания живота мы делаем особый глубокий массаж внутренних органов. Это улучшает кровоснабжение брюшной полости, уменьшает застой и явление портальной гипертонии. Это будет хорошей подготовкой перед идиомоторным очищением органов брюшной полости. И идиомоторное очищение — это с помощью мысли вы представляете, что там начинает идти сокращение, допустим, в области поджелудочной железы, в области печени и так далее. Если во время продавливания появляются боли, это свидетельствует о том, что застойный, болезнетворный процесс портальной гипертонии зашел довольно далеко. При дальнейшем надавливании и разминании в результате возникающего внутри брюшной полости повышенного давления открывается большое количество кровеносных сосудов, явление портальной гипертонии уменьшается и боль исчезнет. Продавливание живота древние мудрецы рекомендовали делать утром как вариант простой и эффективной постельной гимнастики. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!